Руководство Air France опровергло обвинения и фальшивую информацию, конец цитаты, которые были опубликованы в последнем номере сатирического еженедельника «Канар Аншене». По данным издания, флагман французского воздушного флота неоднократно становился объектом актов саботажа со стороны радикализированных элементов среди работников, в первую очередь наземных служб. Авиакомпания Air France, которая в последние несколько лет подсчитывает убытки, назвала публикацию необоснованной, полной слухов и не имеющей ничего общего с реальным положением дел. В то же время, по данным издания, проблемы уже давно заинтересовались французские спецслужбы, которые начали расследование в отношении 10 человек, связанных с Air France. Большинство актов саботажа, как пишет Канар Аншене, были обнаружены в парижском аэропорту Шарль де Голля, причем до взлета машин.